Медаль за заслуги от местной общественной организации «Союз Чернобыль». Такую награду получил директор компании «Сколтелеком» Игорь Микуляк из рук ликвидатора чернобыльской аварии Виктора Ивановича Кутаисова за поддержку и реализацию совместных проектов. Знак того, что мы с вами плодотворно, я считаю, что плодотворно работаем, я думаю, что вы тоже так считаете, заключить вам памятную медаль за заслуги и пожелать вам успехов в нашем совместном. Спасибо. Мероприятие. Очень большая честь. Компания «Сколтелеком» и ликвидаторы-чернобыльцы давно в плотном контакте и реализовали не один проект, в том числе и просветительский. Помимо награды, Виктор Кутаисов передал видеоматериалы о той трагедии, которые будут продемонстрированы на нашем канале. Виктор Иванович, в свою очередь, мы обещаем, как и прежде, оказывать всяческую помощь и поддержку вам и вашей организации. Тот фильм, который мы получили в дар от вас, мы обязательно опустим на нашем канале и будем всячески продвигать этот фильм и историю в массах и среди подрастающего поколения в частности. Совсем скоро очередная памятная дата – 35 лет со дня самой известной техногенной аварии, и староскольцы-ликвидаторы, конечно, не останутся без внимания.